Нужно ли искать музыкальный стиль? И я сначала говорю, что да, и я не отказываюсь от этого. Значит, получается как бы и да, и нет. Вот есть два мира. Есть мир, который внутри нас, и есть мир, который нас окружает. Это тот стиль, который вокруг нас. Классицизм, романтизм. Более или менее композитор, конечно, вот он пристраивается к этому стилю. Но есть еще другой стиль, более важный, который здесь у человека. И от этого стиля зависит, это будет Моцарт или Гайден, это будет Моцарт или Бетховен, Стравинский или Рахманинов, что может быть более противоположного, да? Он как раз-таки гораздо больше смотрел, что у него там внутри делается. Стравинский, наоборот, как бы он себя забывал. Он смотрел, что происходит вокруг него. Известнейшая фраза из французских писателей – «Стиль – это человек». Уже музыковеды эти стили называют классический, романтический. Вы же понимаете, что это очень условно. Как можно три таких индивидуальности, потрясающих Гайден, Моцарт и Бетховен, объединять одним словом, венские классики? Они совершенно разные, и у них три абсолютно разных стиля. Свой стиль создавать не надо. Все симфонии Рахманинова – это абсолютно разные стили. Надо прислушаться к своей индивидуальности. Кризисы даны человеку творческому, чтобы он выходил из кризиса в новом качестве. Стихотворение Заболоцкого «Метаморфозы». «Как мир меняется, и как я сам меняюсь, лишь именем одним я называюсь. На самом деле то, что именуют мной, не я один, нас много. Я живой». Одно из тех стихотворений, которые являются программой для творческого человека. Ну и, конечно, поэт «Не дорожи любовью народной» Пушкина. Поэт, не дорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один. Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить сумеешь ты свой труд. Ты им доволен ли? Взыскательный художник. Доволен? Так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит и в детской резвости колеблет твой треножник. Ясно совершенно, что Пушкин говорит здесь о том, что стиль, вот внутренний стиль, он важнее, чем следование моде внешним каким-то. Хотя они тоже нужны. Да, не продается вдохновение, но можно рукопись продать, это тоже Пушкин. Куда движется академическая музыка сегодня? Вкратце, она движется к личности, к неповторимой личности композитора. Она всегда двигалась к Богу, и сегодня она туда же движется, в этом же.